Здорово всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня я зашел на аккаунт самого настоящего нуба. Этот парень на протяжении 2 месяцев каждый день мне писал, что он нуб, и он умоляет, чтобы я его прокачал. И прямо сегодня, ребята, мы прокачаем аккаунт этого нуба. Так что, пожалуйста, прямо в эту секунду прожимай лайк, подписывайся на мой канал, а мы начнем. Дамы и господа, только что я зашел на аккаунт этого нуба. Я уже вижу, у него даже в нике приставка «Я нубик». К сожалению, у этого парня еще нет калибровки, довольно-таки новый ID. И еще один очень интересный факт. Этот нубик, он оказался братом Интера. Я просто был в шоке. Алле, Интер, ты тут? Всем привет, с вами Интер. Братан, расскажи мне, как такое произошло, что твой двоюродный брат оказался нубом? Нубом. Ты же киберкотлета. Как нахрен твой брат оказался нубом? Ну, я просто много времени уделял данной игре, постоянно играл. И про брата забыл. Вот такие вот братья в 21 веке. Да, брата забыл научить играть. Ну что же, давайте смотреть, что же интересненько есть на этом аккаунте нуба. Первое, что вижу, это, ребятки, фрипас, пройденный до 2 уровня. Но я скажу так, это очень даже слабо. Смотрим дальше профиль. 0.67, братан, я понимаю, ты нубик. Я понимаю, но я думаю, что после этого видео мы исправим эту ситуацию, потому что Интер будет тобой заниматься, будет тебя тренировать, и лично я буду тебе уделять время. Возможно, даже пригласим клан Маслята. Так, в общей статистике КД 1.31. Блин, ну это даже выше, чем у меня. Общее время в игре 33 часа. Ну, ребятки, очень даже неплохо. А теперь давайте посмотрим, как же этот нубик играет в ММе. У нас есть история матча, и как мы видим, он играет 10 на 15. Ну, в принципе, не так-то и плохо, но и не так-то хорошо. К сожалению, не проиграли и получили минусовой ММР. Ну а прямо сейчас мы, ребятки, проверим, насколько же этот парень попрошайка. Ну что же, прямо сейчас я захожу в личное сообщение, и что же я тут вижу? Ну просто посмотрите, дай голды по-братски, прошу я, ну пыжи, пыжи, пыжи. Эх ты, вот так вот он писал и мне, ох уж эти нубы попрошайки. Так, смотрим дальше. Я нубик, помоги мне, пыжи, пыжи, пыжи. Это просто какой-то рофл. А то, что пишет, я нуб, помоги голдой родной, плиз. Блин, мне кажется, он, наверное, Интер задолбал и меня задолбал. Он у всех просит голду. Но, ребята, ох уж эти нубы. А теперь-ка давайте посмотрим на его инвентарь. Ну что же, а прямо сейчас мы, ребятки, посмотрим на инвентарь. Ну, я скажу так, инвентарь очень даже неплохой, но не хватает единственного ножа, да. И прямо сегодня мы попытаемся исправить эту ситуацию. Так что, ребятки, пожалуйста, прямо в эту секунду прожимайте лайк и подписывайтесь на мой канал, потому что, возможно, в следующий раз я зайду именно на ваш аккаунт. Давайте я прямо сейчас заначу голду на его аккаунт. Ну что же, дамы и господа, я прямо сейчас покупаю скинец, и у нас есть ровно 1000 голды. Ну что же, Женечка, ты тут? Ой, подожди. Да. Или тебя Саша зовут? Саша, Саша. Ну что же, Сашунечка, прямо сейчас выбирай первый кейс, и мы начинаем нашу мега-зарубу и мега-битву. Все, брат, ну ёханый бабай, ну так, быстро, дело быстро, раз, дальше, дело быстро, 2, дело быстро, 3, дело быстро, 4. А говори волшебное заклинание. Ножик выпадай. Поехали, 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 и сейчас, ребятки, ну изи нож, изи нож, изи... Изи легендарочка! Не погано, не погано, не погано. Гоначало, гоначало. Дальше, если не против, я открою кейс на мое усмотрение, это Rival кейс. Я прямо сейчас попытаюсь договориться с G-команда Floral. G-команда Floral, понимаешь? Пожалуйста, ради Сашечки, выпади. Давай, родной, не подведи! Вижу еще одну легендарку. Слушай, это очень хорошая примета. Саша, расскажи, какая вообще твоя самая любимая аркана? М4 самурай. Братан, ну изи, ща выбьем. Сейчас дело быстро ради тебя, смотри. Раз провернул, дальше. 2 провернул, 3 провернул. Все, самурай выпади, хэштег самурай выпади, братан. Даже не сомневайся, ща выпадет. Блин. Ну что же, ребятки, продолжаем дальше. Открываем очередной Rival кейс. Хэштег G-команда и полетели. Давай, Сань, ну прям за нас с тобой. Ну надо же, ну надо, ну как так, ну мы пустим в рот. Ну, ну имейте вы совесть, ну елки-то палки. Так, ладно, Сань, не расстраивайся. Не кипишуй, у нас еще есть один фейбл кейс, смотри. Сань, представь, что ты девушка. Скажи пару ласковых слов М4 самураю.
выпади мне, пожалуйста. Поехали! Блин, Саш, ты когда сказал, чуть не заплакал. Давай, родной, ой-ой-ой. Да ну нафиг, да ну! Чего? Походу, стендов нас профил. Фейбл кейс нас профил, но Фуриас кейс. Родной, ты нас по-любому не профилишь, нормальный пацан. Поехали! И нам выпадает Фома Асбиг. Просто говори цифру от 1 до 4. 3. Давай. 30. Окей. 3. И тут тоже 3. Все. М4 Pro, пожалуйста, не выпадай нам. Пожалуйста, не выпадай нам. Нам нужен керамбит. Поехали. И нам выпадает. Ты сейчас будешь в шоке. Да я сказал, не выпадай М4 Pro. Ну, трындец, ну, керамбит, драгонглэст, пожалуйста, выпади ты, окей, давай так, попробуем по-другому, и нам выпадает, ребят, ну, хоть одна арканочка-то, ёлки-то, палки. Ага, понимаю, райвел кейс, нам надо G-команда, не погано. Дамы и господа, как вы думаете, что же нападает? Нам выпадает М40 Бигл. Саш, я тебе скажу так, ты не расстраивайся, потому что у меня есть еще один козырь в рукаве. Фурис кейс, я говорю, давай по-хорошему, иначе мы с тобой поссоримся. Саня, ты будешь злой, если не выпадет аркана? Да. Насколько зло по 10-бальной шкале? 10 из 10. Хорош, все, поехал. Смотри, дело будет раз, дело будет два. Дерево сломаю. Да не, братан, ничего ломать не надо, а то потом меня сломает твоя мама. Нам выпадает рар. Кстати, давай скажем так, как тебе прокачки? Ну только честно. Хорошо. Да не, ну брат, давай честно. Ну, говно, честно, правильно? Да. Прокачка говно. Прокачка говно. Братан, мы сейчас эту прокачку исправим, ты не переживай. Знаешь, что мы сейчас сделаем? Возьму секретный код у разработчика. Секретный. Ну что же, ребятки, конечно же, я так не оставлю брата Интера, тем более он нуб, тем более он и 2 месяца просил. Ребят, конечно же, я прямо сейчас введу секретный код. Тут будет написано «Успешно» и... Блин, подожди, не тот ввел. Введу секретный промокод, тут будет написано «Успешно». Да ёханый бабай, да? И сейчас мы Сашу порадуем одним замечательным ножом под названием Kunai Reaper. Сашунь, ну не погано, скажи мне. Нет. Чё, погано? Нет. Хорошо? Да. Короче, братан, я всё. Я очень рад. Теперь у тебя такой... Ты это так сказал, ты трындец. Короче, братан, теперь это твой инвентарь, но вы, мажем подписчики, прямо сейчас прожимайте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кент, пока, и всем удачи, и всем пока.